30 апреля 1986 года состоялась моя 139-я и последняя встреча с живым Молотовым. Я ожидал, что на съезде назовут причины, в чем дело, почему мы так отстаем, говорю Молотову. Мы были в отсталом положении в начале революции, а тут такая большая война, такие трудности, на Западе не думали, что мы вообще сохранимся, советское государство, подавляющее большинство, было настроено в таком духе. Нет, считаю, что то поддались. После войны 40 лет прошло. Я считаю, что период Брежнева нас сильно затормозил. Он затормозил, безусловно. Хрущевщина повторилась в период Брежнева. Это да. Это говорит о том, что у нас много гнилых мест, и в самой партии много еще отсталости, темноты, недоученности. Но тем не менее, мы начали выходить из этого трудного положения, в общем, успешно. Конечно, не надо себя успокаивать, а нам много работать надо. Сейчас опасность, благодушие прикрытое критикой. В этом году 80 лет. Как вы в партии, юбилей? Да, чересчур много. Я не собирался так много жить. Все мои сверстники уже давно в Могилевской губернии. Над чем работаете? Над книжкой об Илюшине. Сейчас у нас стала заметна такая проблема, потеря мастерства во многих сферах. Удивляюсь, как наши самолеты летают, делают их безобразно, недобросовестно. Это как раз результат того, что теперь крестьянский слой поднялся. Поднят громадный пласт из безграмотности, полуграмотности. Иного еще не переварили. Как это дело будет? А оно то поднимется, то опять назад. В технике мы подтянулись, но надо в 2-3 раза больше. Возле Артека появились американские корабли, посмеялись над нами и ушли. «Надо достать бы их», — говорит Молотов. «При Хрущеве, помните, сбили американский самолет?» «Хрущев в вашем руководстве столько лет пробыл, для него даром не прошло. Конечно, он способный человек, но в больших делах плохо разбирался. И плохо умел пользоваться марксизмом. Классовой жизни не понимал. Говорили о писателях, Ю. Бондареве, В. Распутине, Б. Исаеве. Я сказал, что собираюсь в Афганистан. Обязательно зайди и расскажи. Это последнее, что я от него услышал. Все. 30 апреля 1986